Министерство промышленности и энергетики Чувашии подвело итоги работы. Возрожденное после долгого перерыва ведомство вплотную занялось стратегией развития отрасли. Промышленный комплекс Чувашии – это более 2000 предприятий. На них трудится почти 75 тысяч человек. Стабильное производство дает жителям гарантию своевременной зарплаты, выполнения социальных обязательств. Во многом промышленный рост обеспечивается созданием современной инфраструктуры. В дополнение к трем действующим индустриальным паркам в Чебоксарах и Канаше в 2022-2024 годах в республике появится еще 8 площадок. Это 3 промышленных парка в городах Новочебоксарск, Цивильск и селе Батрево и 5 частных промышленных технопарков. По мнению специалистов, это привлечет инвестиционный капитал. Следующее важное звено – кадровое обеспечение. Не хватает инженеров и рабочих в легкой промышленности, машиностроении и электротехническом кластере. Численность работающих в промышленности к 2024 году должна возрасти на 8%. Минпромэнерго Чувашии предлагает в качестве мер по стабилизации положения предприятий в республике со стороны госорганов в части обеспечения кадрами в промышленности следующее. Первое. При создании регионального стандарта кадрового обеспечения, которым опять же сейчас ведется работа со стороны ТПП, под руководством ТПП вовлечены все, формирование требований к специальностям заложить в стандартах требования к цифровым компетенциям. Использовать положительный опыт электротехнического кластера и Министерства сельского хозяйства республики. Предприятия кластера плотно взаимодействуют с ведущими вузами, принимают непосредственное участие в формировании современной научно-технической базы учебных заведений. Так, в ЧГУ имени Ульянова многие предприятия открыли научно-образовательные комплексы и лаборатории. Совместно с профильными факультетами ежегодно проводится анализ кадровой потребности предприятий. Этот опыт надо распространить на СУЗы. Такое партнерство дает ощутимые результаты. По самим инновациям тоже Чувашская республика традиционно находится на достаточно высоких позициях. Самое главное, развитие реализовывают на фундаментальной основе. То есть инновации, инвестиции или инновационные инвестиции – это, несомненно, фундаментальный подход к развитию и, самое главное, нацеленность на долгосрочную перспективу. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика.